В рамках операции «Грузовик» проверят неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных или опасных грузов. Соблюдение скоростного режима, режима труда и отдыха водителей, технического состояния транспортного средства, определяем мерам безопасности, нормам безопасности дорожного движения, переоборудование, надстройка бортов. То есть особое внимание будет дополнительных баков на грузовые автомобили. К сотрудникам автоинспекции присоединятся краевой Роструд и представители межрегионального дорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Как показывает практика прошлых лет, за 10 дней выявляется до 200-300 нарушений. Ответственность будет разная в зависимости от нарушения. Также будут привлекаться на основании составления административных материалов на водителей, будут привлекаться должностные лица предприятий, юридические лица. Штрафы тоже разные. Например, для юридических лиц за нарушение правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных или опасных грузов сумма штрафа составит от 400 до 500 тысяч рублей.